Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Всех приветствую. Мы продолжаем проходить Дед Спаси, ебать. Мы с вами остановились на моменте, где очень большая комната. Очень большая комната там. И лежит просто чел. Вроде мы просто все его убрали. Вот. Там были вот эти скоростные читерные, блядь, монстры. Ну, это такое себе. Вот. Сегодня постараемся пройти все это дело. Скоро уже конец игры, финал. Поэтому как-то так. Поэтому Саш, поудобнее. Надевайте пледик. Заварите чаек, кофеек. Приятного аппетита, кто кушает. Приятного аппетита, кто сейчас пьет кофе или чай. Или газировочку, или просто воду. Надеюсь, у вас появится настроение при просмотре данного видео, данной серии. Если у вас его не было. В принципе, все. Саша, поудобнее. Приятного просмотра. А мы начинаем. Ребят, честно скажу, вот тут остановились, да? Я пытался записать до этого серию. Пытался. Я уже знаю, кто вот здесь будет. Я уже знаю, кто тут будет. Тут сейчас будет мясорубка жестко, ребят. Очень жесткая мясорубка. Извините, что вот так вот, да? Ну просто я хотел записать серию. Я в итоге тут застрял, психанул и такой, да ну его нафиг. И, ну, пошел снимать другую игру. Вот. Сегодня же мы попробуем пройти все это дело. Я в прошлый раз, когда пытался проходить, я купил аптеки и патрончики купил еще. В принципе, все. Поэтому мне осталось 200 кредитов. Сегодня мы постараемся пройти вот это все дело, потому что, ну, блин, ну это такое себе. Такое себе. Бля, это будет жестко, ребят. Сейчас вы сами все увидите. Вот же тут чел. Сразу бежим. Вот тут забираем. Вот видите, я тут даже открывал. Ой, это будет сейчас очень жестко, ребят. Сверх жестко, я вам говорю. Я вам просто говорю. Сейчас будет очень жестко. Да. Это очень жестко. Это что? Блять, или ничего не двигается-то? Это, ребят, очень жестко. Причем я даже когда пытался снять видео, я прям почти прошел. Прям реально почти прошел. Давай с вами пополним один раз все, что нам нужно. Так, проверим, у нас здесь есть патрончики, если что. Погнали. Что, готовы? Погнали. Вот, раз идет. Вот, твари выбежали. Сразу же, нахуй. Обоих. Так, тут бежит вот такая тварь еще. На нас с вами. Тихо, 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 блядь. Сейчас будут скоростные, блять, я вам говорю. Вот, побежал. Погнали, погнали. Погнали. Их еще тут будет очень много. Бля, это жестко максимально. Сейчас еще появится. О, твари появились. Пора, пора, порадуемся за учителей. С большими вот спинами, с большой вот, блядь, кихарду. Еще ты хочешь? Еще скоростной, бежим, нахуй. Мужик, только попробуй меня тронуть, я тебе ебну, блядь. Ой, блядь, это жесткая хуйня. Бамс, нахуй. Минус. А, нет, там еще один чел, я прям увидел. Ты чё, охуел, блядь? Пошёл-ка ты нахуй, блядь. Ещё ты нахуй, блядь. О. Бежим, 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 мужик, беги! Беги, беги нахуй от него. Бля, мужик, спотыкнись, пожалуйста, один раз хотя бы, блядь. Спотыкнись, блядь, ну ты тварь. Сука, вот эти маленькие твари меня очень сильно бесят. Бля, о, там бежит этот чел. На, отсосал, 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 отсосал. Да, у меня больше нет всяких.
сосет, 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 и твари. Бля, почему он не может это? А вот все. Так, смотрим. Да иди ты на. Блять, вот что это за хуйня, блять. Да, это будет непросто, ребят. Это пиздец будет как непросто. Да уж. И там, если будет очень много попыток, я их сразу отхерачу. Да. Давай, давай, давай. Эти твари маленькие, блядь. Их сразу нахуй надо, сразу же, блядь. Так, бежит тварь. Их сразу нахуй. Блять. Минус. Сейчас будет тварь. Я уверен. Бежащая. Да, бежит, 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 беги. Погнали. Отсосешь, хуила. Хуила, ты отсосешь. Бля, побежал. Попади вот на эту хуйню. Я тебе говорю, попади вот на эту хуйню хотя бы раз, бля. Давай, 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 давай. Давай, 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 ползи, ползи сюда тоже, блядь. Блядь, нихуя что ли? Блядь, глупый NPC, блядь, можешь пойти нахуй, блядь, пожалуйста. Причем они, понимаете, они прям спавнятся только так, блядь. Сучка, сучка драная. Причем, видите, я от него бегаю и все. Ага, отсосал. Отсосал хуево. Где? Да иди ты нахуй, блядь. Все, заебал ты меня. Остановись, блядь. Дядя, блядь. Где там нахуй тварь, блядь? Перезаряжаемся, перезаряжаемся, бежим. Блядь. Да ну нахуй. Ты прикинь? Не, ну ты прикинь. Не, ну ты прикинь. Вот и как я тут должен выиграть все это дело? Сука, блядь, спотыкнись об эту хуйню, я тебе говорю, блядь. Еще маленькие твари вот эти, блядь, меня очень сильно бесит. Надо вокруг вот этих штук бегать, они тогда сразу ебаются. Я вот думаю. О, минус один. Блядь. Там эта тварь нахуй. Так, а где этот? Так, он бежит. Тут двое, кстати говоря. Три. Сразу. Ебать, нет, нет. Да ну, ты ведь серьезно? И как я должен? Блять, это пизда, ребята. Это полная пизда, я говорю. Это пиздец, пиздец полный. Надо этих маленьких тварей максимально заебашить, хотя бы, чтобы было проще чуть-чуть, и все. Да, я в шоках. Погнали, сразу возьмем с тобой. Причем все закрывается, ребята. Давай, давай, хуйло, блядь. Где они, блядь? Блять, тварь такая маленькая нахуй, это в рот шатал, блять. Сейчас надо их максимально заебашить и все. Все заебашил. Сейчас быстрее пойдут. Погнали, let's go. Блять, ну кто остановился-то, блять? Погнали. Вон еще один там, блять, тварь какая-то. Так, минус один есть. Минус один есть. Ага. Отсосешь. Я прям даже их слышу, блядь. Да отсосешь ты, ебаный, ты, блядь, нахуй. Скорострел. Читерный, блядь, ты ебаный, блядь.
закрываем пока что. Ты тварь нахуй, ебал твой шатал. Можно его как-то остановить? Сука, остановись, блядь. Давай, давай, иди сюда, мой хороший. Сосал хуило, блядь. Так, еще один упал. Бежим, 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 бежим. Ну пизда. Пизда мне. Не пизда. Пожалуйста, пожалуйста, играй. Ну и ты что делаешь-то? Я понимаю, что это максимальный уровень сложности, но не до такой же степени, ебаный ты, блядь. Не пизда. Полнейший причем. Да. И как мне это проходить, по-вашему? Ну как мне это проходить, скажите? Либо тогда стопить этих быстрых и херачить, типа, и все. Да, бля, да. Да, пробуем стопить быстрых и погнали вот так вот ебашить, типа. Ну то, что согласись, это вообще жестко. Дай-ка вот тоже возьму. Деньги. О-о-о. Хм. 1300 у нас с вами, но нам не хватит. Нам только хватит на патроны для песта и все. Ну, бля, я не хочу просто возвращаться сейчас это все делать. Поэтому let's go. Let's go так. Поехали, блядь. Странно. Где маленькие твари? Вот они. Становишься нахуй. Чё тебе надо от меня, блядь? Тварь, блядь. Это чё, блядь? Это чё? Это чё? Не пизда, да? Полнейшая пизда мне сейчас. Ебать, ты посмотри, что творят они, блядь. Да. Я в ахуе, честно. Я просто в шок. Как мне это пройти, я хуй знаю. Ну давай нам-то... Окей, если у нас винтовочка такая имбовая, то что она видела, захерачила этого быстрого. Давай-ка я пойду... Пошли деньги, пошли-ка мы с тобой. Сейчас давайте-ка я пойду возьму патрончики для все-таки... Для винтовочки быстренько. И, так скажем, продолжим, блядь. Ну то что это не дело, блядь, как по мне. Ну это что это за хуйня, блядь? Чтобы тут еще не наебнуться, блядь. Да, бля, я в шоках, нахуй, полнейшем, блядь. Как мне, как, вот зачем, вот что это за нахуй так делать, реально? Вот такую мясорубку ебаную, блядь. Нахуй так делать такую мясорубку ебаную, блядь, которую, блядь, хуй пройдешь. Ой, тихо, тихо. А, я же могу здесь еще патрончики выиграть, ебаный ты нахуй. Давай-ка мы с тобой, да, да, старт, ебать, погнали, блядь. Ой, не то. Тысяча 200, блядь. Пропустил. Заново давай.
успел. Еще 200. Я просто пропустил двоих. Давай. Но нет. Сучка, смотри, что творит. Изи. Давай 100 патронов. Нормально так, нормально. Давай сюда, блядь. Мне, это, мне сейчас нужно очень, ребят, это. А, понял. Понял, 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 окей. Бля. Сломал. 1200. Давай заново. Да, 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 начать. Блять, все, пизда. Не хватит 100 очков. Ну все, да, мне не хватит, просто даже 200 очков уже не хватит. Ладно, let's go. Или давайте, давайте, ладно, пойдем уже. Давайте еще один раз пойдем. Ну что это? Да пизду тебя нахуй. Пошел ты нахуй, блядь. К Антонио, блядь. Пошли с тобой. Нам нужно потратить деньги. Деньги, деньги надо потратить. Ну вот это хороший подгон, что нам дали среднюю аптечку. Это хороший подгончик. Да. Дальше давайте продадим с вами кое-что, сейчас продадим, сейчас покажу, что продадим с вами. Так, мы тут сохранимся сразу. Ебаный, блядь. Ну все правильно ведь я шел. Не понял нахуй. Дядя, ты что, блядь? С магазина нигде нету, а там есть. Так, вход. Зона гравитации. Зона нормального давления. Вот здесь магазин, да? Да. Так, что я думаю-то?
Так, нам нужно еще какое-то оружие, 100%. Плазменный рюкзак у меня есть, 100%. Блин, мне бы, конечно, какой-нибудь силовой рюкзак, либо турборез вообще. Турборез, либо силовой рюкзак. Потому что, ну, бля, это было бы вообще охуенно, блядь, я типа говорю. Давай-ка сначала с тобой продадим, у нас есть с тобой средняя аптечка, смотри. Давай-ка продадим, одну маленькую продадим с тобой. Да. Можно две маленькие продать. Подожди. 3400 у меня будет, я сейчас еще одну продам. Потом батарею давай продадим все сразу. 4400 будет, если с маленькой аптечкой продам. 4400. Тебе надо думать, что из этого покупать. Еще одну импульсивную винтовку. Не, нахуй, она мне нужна, она хуевая. Труборез, либо силовой резак. А что на него идет? Силовой блок, да? 900 рублей, кстати, стоит. А для всего писает. А, 2000 стоит. 2000 стоит. 2000 стоит, прикинь. 2000, если стоит. Давай, его покупаем. И мне 2500 остается, как раз купим на него еще вот эту. Одну, блядь. Я думаю, так будет правильно. Итак, у нас с тобой что есть? У нас с тобой 3 аптечки. Одна. Ну, он заправлен вроде даже, да? Да, 4 есть, еще одна в запасе. И вот такая хуйня. Все, let's go. Let's go, блядь. Надеюсь, я не сделал ошибку. Зона вакуума. Зона невесомости. Бля, надеюсь, я ошибку не сделал сейчас. Ну, потому что, понимали, вот этот пистолет, типа, он уже все, типа, его как качай, не качай, ну, типа, такой. А вот эта вот штука, вот винтовочка, прям, видели, прям, вот этого быстрого, прям, херачит только так. Там, два раза стрельнул, всего нету. Или три раза. И это тоже нормально так херачит.
Вот это вот. То, что с вами она была. Да, итого у нас три оружия с вами. Три. Давай сохранимся. Да, надеюсь, сейчас вы должны. Сейчас мы должны с вами, ребят. Блядь, просто надеюсь, что сейчас получится. Если нет, то, ну, блядь, это жестко. Да, может, где-то здесь какие-то штучки есть, блядь. Эно. Не могу его туда двинуть. Здесь ничего такого нет даже. Прикинь. О, блядь. Э, нахуй. Охуенно. Пиздата. Охуенно, блядь. Классно. Так, давай мы, может, поищем. Может, где-то я, типа, что-то не углядел. Может, где-то что-то не увидел, блядь. Такое же возможно, возможно. Такое вполне возможно. Что где-то я, блядь, что-то не увидел, блядь, и не забрал. Кстати, может быть, здесь даже, среди вот этого ебаного склада, может быть, даже что-то есть. Среди вот этого всего что-то должно быть. Мне кажется, где-то вот здесь что-то должно быть. Это не первый раз прохожу, ребят, да? Ой, блядь, что оно? Нахуй это это. Давай запрячем. Зря я это открыл, да зря я это открыл. Ладно, не буду это трогать. Бля, вот эти монстры, они читерные, блять, очень читерные. Пизду даже открывать не буду там, блядь. Так, нам сюда. Ну, кстати, сейчас пистолет, да, стал чуть слабее даже, чем был. Это, конечно, минус, но мне он так сильно и не нужен будет, этот пистолет. Да, посмотрим, может, там что-то есть. Там вроде даже и нету. Может, где-то здесь что-то есть. Да нету здесь ничего такого, блядь. Бля, может, здесь где-то. Здесь тоже нигде ничего такого нет, да? Здесь тоже ничего не мог пропустить я. А почему такие сумочки нельзя ломать, блядь? Хотя бы туда лут запитали, запитали, да, запихали бы еще. А, let's go наверх. Чувствую, это долго будет, серьезно, очень долго. Да, блядь, ну я говорю, сейчас если не получится, то все, но это зачем? Смысл до этого всего, блядь, вообще?
Тогда пойду смотреть на YouTube, как это проходит, что они там. Потому что, ну, я просто уже хуй знаю, что делать даже. Это что тут? Что если сейчас вот реально вот это вот то, что я купил сейчас, да? Если это не поможет, то, ну, типа, смысл тогда всего этого, в принципе, блядь. Пойду туда смотреть на YouTube, что, как они там делают, и тому подобное. Что, блядь. Не охренеть там. Почему вот эти закрыты, блядь? Чего они закрыты, ебать? Здесь вроде тоже ничего такого нету, блядь. Да? Здесь ничего такого нету даже. Я типа сомневаюсь, что разработчики прям настолько типа отбиты, что, блин, засунули куда-нибудь в такой вот ящичек, блядь, какой-нибудь. Надо будет его вот так стрельнуть, что, да, разбить. Засунули туда какой-нибудь, не знаю, лут. Я сомневаюсь в этом очень сильно, конечно. Хотя все возможно, знаете, все возможно. Да, вот меня интересует, что там, блядь. Может, тут какой-то лут есть, а хуй знает. Хотя навряд ли, если мы туда пройти не можем, да? Да, навряд ли, я думаю. Хотя, бля, давай туда пойдем. Да иди нахуй все это, блядь. Да нет, здесь нет лута. Ну, типа, блин, я сомневаюсь, что они прям сюда будут запрятывать этот лут. Давай попробуем еще один уровень пройти. Let's go. Сразу нахуй туда. Пройти уровень один. Успел. Что нам дадут? Охуеть, ты прикинь. Ты знаешь, сколько это стоит? И я, блядь, не знаю, сколько это стоит. Ха-ха-ха-ха. Игра. Ты меня балуешь? Спасибо. Сейчас давайте-ка я еще раз бегу тогда. Я даже, блядь, не поленился сделать, чтобы купить патрончики еще. Особенно на винтовку. Я потрачу, если там будет 20 тысяч, я не все потрачу от этого полупроводника. Я потрачу какую-то часть, чтобы купить патрончики и сразу идти уже. Это жестко будет сейчас, если он стоит 20 или 30 тысяч, это вообще будет пиздец охуенно. Зона гравитации.
Зона нормального давления. Что за музыка-то, блядь, странная. Давай смотрим, сколько он стоит. Сколько он стоит? 10 тысяч. Нихуёвенько, скажу вам так. Может купить труборез. Но я куплю, нет. Давайте мы с вами купим. Лучше давайте купим с вами лазерный магазин. 4 тысячи потратим. И еще 4 потратим на батарею языка. И 2,5 мы с вами ставим, чтобы, ну, копить. Правильно? Правильно. Что за музыка такая, блядь? Зона вакуума. Подожди, а тут... Зона невесомости. А здесь нету? Больше никаких там прикол десов? Что летит? Тут нету больше ничего такого. Ну, здесь вроде больше нет никаких там. Хотя вон там, может, что-то есть. Давай посмотрим с той стороны. С тобой. А, понятно. Нахуй. Сразу там. У меня какая-то. Там мелкая вот эта тварь, блядь, бегает. Нахуй, мне не знаю. Да уж. Игра, спасибо. Спасибо, игра, за такой подгончик-то. Так, итого у нас с вами есть средняя аптечка, две маленькие, 3 запаса у нас с вами есть батареи резака, 6 патронов для винтовочки, нет, не 6, 9, да, 9 патронов с вами есть для винтовочки запасом, и все, и запасом еще тут написать 8 есть, ну, типа, во всех оружиях еще есть патроны, но вот запасом у нас с вами вот только. В этом винтовочке вроде даже. Винтовочки у нас с вами сколько? 5 патронов есть. И еще 9 запасов. Охуенно. Так, ну да попробуем еще раз. Проебал. Нахуй, проебал. Ладно, давайте, ребят, запомним с вами 5 уровень. Я запишу видос о том, сколько здесь уровней, да, и какой сложности. Может быть, даже для будущих серий нам это пригодится, то, что нам тут дадут. Вот, сейчас мы пойдем с вами, ладно, туда уже уж. Что уж тянуть.
Ну так, типа, простенько уже даже приходится все это дело. Да уж. Так, ну что, let's go. Ох, бля. Что, let's go? Let's go. Я затупил слегка. Хуй я ты, блядь. Просто классно. Блядь. Ты чё, блядь, мразь? Чем я его заебашил, блядь? Давайте-ка вот этого сейчас полненького челика не буду трогать. Что-то бессмысленно. Давайте лучше застоплю, нахуй. Где там? Вон тварь бежит, я вижу уже. Вон она, вон она, вон она, бля, колец. Да иди нахуй, мужик. Сразу бежишь нахуй, блядь, сразу же, блядь. Как этих тварей поубивают, да? Ты посмотри, сколько их тут, бля. Бежим, погнали, бегать. Надо побегать, побегать, побегать надо, побегать, побегать, побегать надо. Ага, сосал. Подыши. Все? Нет, нихуя. Мне главное их заебашить, блядь. Погнали. Главное сейчас их заебашить и все, а так потом будет легче намного. Сука. Давай нахуй. Сразу идешь нахуй. Ай, блять, они мне ебашут.
Ты посмотри, сколько тут, блядь. Я. Это пизда, ребят. Их слишком много. Давай своих тварей, блядь, маленьких нахуй. Сразу нахуй. Так. Вот он, блядь, мой хорошенький, бежит. Пиши нахуй сразу же. Сучка. Он тварь нахуй сидит. Это пизда, блядь. Что они делают, нахуй? Патрончик вернули. А где быстро еще? Бля, так все хорошо шло. Причем этих быстрых я захуярил, видели, блядь? Просто не осталось. У тебя бы какие-то потрачи. Да куда ты идешь-то, блядь, дядя, блядь? Давай своих быстрых. Сразу их хуярит, блядь. Перезаряжай, мужик. Давай, сучка, блядь, драная ножка. Минус. Где быстрый хуй, блядь? Сразу нахуй. Вот он, хорошенький, бежит мой, блядь. Так. Здорово. Да я вас рот ебал, блядь. Да ты охуел, блядь. Мразота такая. Блядь, пожалуйста. Живи, мужик. Мужик, живем. Как они попадают, такие метки, блядь. Да хуя я вижу, да? Так, не, мужик, ты мне нахуй не нужен что-нибудь? Охуенно. Беги, просто, блядь. Я, честно, хуй знает, как, ребят. Я реально хуй знает, как их, блядь, херачить. Как? Бля! Ну все, пизда, блядь. Так охуенно начиналось, да? Так охуенно было все.
300 просто. Две, да, 300, не, 200, 200 этих не хватило. Баллов. Охуенно, сейчас 100 не хватит. Опять 200 не хватило, прикинь. Не, ну ты прикинь. Да я ебал рот, пизду эту нахуй. Опять 200 не хватило, 300 не хватило. На, пройдем этот уровень. Что, блядь, не хватит? Что, блядь? Шо нахуй игра? Давай, блядь, если хочешь, чтобы я прям... Это, блядь, прям жестким трудом, блядь, добылся патрон или что-то там. Не дашь. Сука! Давай уже доиграем с тобой. В пизду, блядь. Серьезно, блядь, игра? Серьезно? Ты сейчас серьезно, нахуй? Бля, мне пердак просто уже горит, ребят. Просто горит пердак уже. Сука, я же, блядь, добуду эту хуйню. Я тебе говорю, блядь. Сразу нахуй, блядь. Игра, дай мне, блядь, пожалуйста. Сука, я сейчас ёбну, просто нахуй, монитор, блядь, ёбну. Просто сейчас разъебашу все нахуй. Я уже просто пердак горит чуть-чуть, блядь. О, не хватило! Сучка, блядь. Такая сучка просто, блядь. Охуенно, братан. Спасибо, блядь, игра. Спасибо, нахуй. Все, успокойся, ебать, ебаш просто.
Ура, блядь, ура, игра, спасибо, спасибо. Интересно, село Резак. Село Резак, село Удил, блядь. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Что мы с тобой прокачаем? Силовой резак? Да не, нахуй. Лазерную винтовку? Это тоже, нахуй. Перезарядка была бы неплохая, да. Ну, плазменный резак нет смысла пока что качать. Опачки! Давай-ка мы с тобой здоровье прокачаем, краски, это нам сейчас очень нужно, ребят. Спасибо, игра, спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь теперь у нас с вами. Семь, понимаешь? Семь. Игра от души, обожаю тебя. Ну все, let's go. Подожди-ка нахуй. Не-не, подожди-ка. Где у нас тут сохранялка была? Расшикай сначала сохранимся с тобой. Здесь больше ничего такого нет. Ну что, ребят, готовы? Let's go, чё? Let's go. Thank you.
бля, что ты... Давай, побегаем с тобой. Блять, мужик, не надо. Спасибо. Иди, блять. Блять, их слишком дохуя, ребят. Их слишком, блять, много. Их очень много. Ну и сейчас было попроще. Просто сам все загнал в угол. Просто было бегать и срать по нему. Да. Короче, таких три, да? Быстро бегающих. Двоих я захерачил. Сука, блядь. Здорово, мужик, я тебя ждал. Такие вы твари, блядь, мелкие, нахуй. Их, ну смотри, как их много, блядь. Погнали, побегаем. Не будем стоять, надо бегать, 100% надо бегать. Отсосёшь ты хуило, блядь, ебаная. Причем их двое еще даже. Ага. Сосешь хуило. Блять. Было бы красиво, да, ребят, согласись. Было бы красиво, если он бы их. Прям так. Я знаю, как поступить, знаете как? Смотрите. Чем я трачу винтовку, блядь? Зачем я ее трачу? Здесь можно ее не тратить. Поехали. Так, берем на. Ты сучка, блядь. Блять, это мелкие твари, блять, я рот их ебал, честное слово. Да, блять, иди нахуй, ты, блять, гандон, блять, наркоман, ебаный. Ты съебал всех дружу, блять. Погнали бегаем нахуй. Ты тварь мелкая, блять, я тебя в рот выебу, я тебе говорю, блять. Я, сука, еще появится же, да, блять. Thank you.
хуесос, блядь. В рот себя ебал. Блядь, что ты делаешь? Что ты нахуй? Слишком засиделся здесь. Согласен. Слишком засиделся здесь. Не спорю. Так, главное сейчас, главное не ступить. Главное не ступить. Всех их захерачить. Кинулся. Я слышу его уже. Да не нахуй, ты, блядь. Шо ты нахуй, блядь. Гандон, блядь. Давай, сука, ебаный. Не похуй, я буду их херачить на тротуаре, блядь. С одна, блядь. Блять, я застрял. Ты прикинь, я на этом застрял. Блять. Нахуел, давай, ударь по мне. Пизда тебя, блядь. Гомосяк, блядь. Так, все, погнали бегать. Я на этом застреваю, что за хуйня-то, блядь. Сучка такая, бля, я рот твой ебал, бля, шатался на меня, бля. Бля, я не могу отсюда выключиться, нахуй, бля. Прикинь, я застрял, как это выключить, а вот все. Выключил, ребят, выключил. Блядь, долбоеб, конченый я, блядь, я конченый, максимально конченый. Так, отходим. Иди нахуй, пожалуйста. Иди сюда. Дайте мне патроны, пожалуйста, все, что у вас есть, дайте. Только они остались, прикинь. Патроны, мне нужны патроны, братан. Мне нужны с твои патроны. Вообще ни на что нету больше. Он лаз остался, что ли? Да, он лаз остался, прикинь. Надеюсь, блядь. Ура, блядь!
Ребят, мы с вами это прошли. Мы прошли это дерьмо с вами. Игра, спасибо, что дала мне пройти это, блядь. Мы с вами молодцы, ребятки. Просто молодцы с вами. Это пиздец полный, блядь, ребята. Это полнейший пиздец. Просто полный. Я вообще в шоке, блядь. Я тут я реально очень много попыток. Очень много попыток. Ебанул. И не зря мы с вами дополнительно купили на винтовочку, блядь. Фу, бля, наконец-то мы прошли этот, блядь, ёбаный уровень. Ёбаный вот эту хуйню, блядь. Вот игра, вот, блядь, разработчики, как они это сделали, ёпты. Нахуя, точнее, не как, а нахуя они это сделали. Вот вопрос в чем. Пошли с тобой искать сейчас лут весь. Кто расстался. Деньги. Мне еще нужен весь лут, блядь. Это, кстати, охуенная тема, да. А где весь лут-то? Так, сейчас чуть попозже, ребятки. Где лут-то весь, ебаный ты? Пиздец, такая мясорубка, ебал, блядь. Просто мясорубка ебаная. А все, что ли, лута больше нету, по-вашему? Серьезно? Как-то странно. Дохуя монстров было, так мало лута. Да, скажите, зачем сейчас ищу лут? Я вам скажу, потому что у нас с вами денег вообще нету. Ну как, есть тысяча. И патрончики ищу, да, там по несколько патрончиков на винтовочку и на вот этот силовой резак. Но больше у нас нету с вами патрончиков-то. Патрончиков вообще нету, и надо бы... Ну вот еще лут есть тут. Вот деньги еще как раз, это хорошо. Это хорошо. Пиздос, блять, какие я просто в ахуе, ребят. Просто на этом моменте просто так застрял, ебать, блять, это жестко. Просто жестко. Ну, блять, наконец-то, фух, прошли. Наконец-то, блять, сейчас, секундочку, еще деньги, дыши. Так, текстовое сообщение. Секретно приоритет черный. Секретно, приоритет черный. Осуждаю, блять. От начальника штаба земной обороны. Кому? Командеру Ф. Кадигану. Командеру. Операция «Белый свет», театр действий, система «Эгида», планета «Пендинг». Задача «Глубокая зачистка». Корабль СЕЦ USG «Ишимура» нарушил прямой приказ земного правительства. Есть основания предполагать, что они обнаружили обелиск. Отдел особых операций подтвердил нахождение обелиска в данной системе, но не назвал координаты его точного расположения на планете. Если обелиск найден, существует огромный риск распространения смертельной инфекции. Немедленно отправляйтесь в систему Эгида и займите орбиту вне радиуса обнаружения вашего корабля гражданскими сканерами. Ожидайте сигнала из Шимура, чтобы определить его местонахождение. Ага, короче, нашли какую-то планету, я так понимаю, да? Здесь нет ничего. О, бля, наконец-то мы это прошли, блядь. Я просто... аж просто в шоках. Так, что у нас? 6000! Есть, блядь. Так, ну давай-ка мы с тобой возьмем что? Вот так возьмем плазму энергии чуть-чуть. Лазерный магазин 100%. И давай малую аптечку с тобой возьмем, на всякий случай, чтобы, ну, просто была она. Чтобы просто она была, понимаешь? Просто чтобы была аптечечка у нас с тобой. Все, патрончики у нас тут есть. И остались только вот сюда. Все. Я думаю, это все, да? Нет, одна еще осталась. Еще одно осталось. Так, пошли-ка с тобой сохранимся там. Потому что я не знаю, там есть сохранение или нет. Сохранимся лучше там, да, на всякий случай. Потому что кто знает, что нас сейчас дальше ждет. Что нас дальше ждет. Ну, бля, я просто рад, что мы это прошли. Просто рад. Ух. Так. Сохраняемся. Уже, кстати, почти 12 часов мы почти отыграли в этой игре. 9 глава. Осталось всего лишь 3 их. Или 2 даже уже. Нет, 3 осталось. Это 9 глава. Нам осталось еще 3. 12 глава будет заключительной.
Вот, да мне вот просто интересно, когда мы отсюда съебемся, блядь, просто. Ну, то, что, блядь, после такого, блядь, оставаться тут, ну, такое себе, честно говоря, такое себе. Я сомневаюсь, что у нас сейчас, да, тут какие-то монстры будут. Я сомневаюсь, что какие-то монстры сейчас должны здесь быть, потому что, блядь... Ну такое тогда такое. Сюда ка дай-ка мне. Сука. Мы с вами помним, да, по прошлой серии. То лучше что делать? Правильно, вот так вот, блядь. Потому что вот этих быстрых мне нахуй не надо здесь. Их, блядь, хуй отъебешь. Да, при помощи винтовки можно, но, блядь, на винтовке и так мало патрон. Минимум лишних не хочется ничего. Все, этого. Это куда, вы скажете? Сейчас скажу, куда. Ну, туда. Да. Такое бывает, чел, такое бывает. Так, давай с собой сохранимся-ка. Сохранимся и пойдем дальше уже, да? Я думаю, это уже почти конец главы вот этой. Поэтому пойдем дальше. Чел, ты кто? Сюда иди. Я, конечно, извиняюсь, блядь, но мне такое, что мне здесь не нужно просто. Мне вот не нужны вот эти вот читерные монстры, блядь. Так, ну здесь лута, скорее всего, очень много, да? Нам скорее сейчас... Бля, не дай бог, сейчас здесь монстр появится, я их в рот ебал. Аптечку дали нам. Уже хорошо. О, это еще лучше. Да у нас с вами два патрона всего лишь. Но тоже ничего. Опа, а вот это уже тоже хорошо. Понятно. Вот, смотрите, уже все. Мама, мы же здесь были, наверное, это мы когда, да? Да, только-только вот начинали проходить игру, мы, наверное, мы здесь все полазили, а остальные были закрыты вот для этого все-таки. Денежки. Это очень хорошо. Так, ну что, пошли сохранимся с тобой и let's go туда. Я сомневаюсь, что сейчас будет мясорубка, потому что она вот только-только была, блядь. Я просто сомневаюсь. Максимум там пару монстров будет, и все, я думаю. А то и какой-то босс будет, да, какой-нибудь третий босс. Ну, это я их так называю, может, это не боссы, но я их считаю боссами. Что-то я нездоров, особенно первый, помните, босс какой был? Это вообще жестко. Такс. Ну шо, let's go. Или давайте-ка я это оставлю на следующую серию, давайте-ка. Мы оставим это на следующую серию. Спасибо вам за просмотр, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Наверное, длинно получилось. Не наверное, а очень длинно получилась серия. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.
Thank you.